Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в «Ломбарде Титан». «Ломбард Титан» – для всех и каждого. Неудачный разворот стал причиной ДТП на улице Попова. Там столкнулись «Лада Калина» и «Рено». Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в понедельник около 4 часов утра у дома 9 по улице Попова. По словам водителя «Лады Калины» Сергея, он пытался развернуться. Также мужчина пояснил, что рулевой «Рено» неправильно выбрал скоростной режим. Я разворачивался, и туда машина шла. Скорость высокая, видимо, у него была. Не заметил. Меня задел. На сноске нельзя разворачиваться, знаете, да? Знаю, я отъехал немножко. Посадил пассажира, начал разворачиваться. Такси, да? Нет. Пострадавших в этом ДТП нет. Обе машины получили незначительные повреждения. На улице Воровского водитель «Пежо» не убедился в безопасности и начал движение. Далее французский автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном Поло». Иномарки теперь нуждаются в ремонте. На улице Московской водитель «Нивы» «Шевроле» перестраивался и не пропустил «Тойоту Королла». После столкновения участники аварии вызвали сотрудников ДПС. На водителя внедорожника составили административный материал. Теперь ему нужно будет заплатить штраф 500 рублей. В Афанасьевском районе столкнулись три «Фольксвагена». По данным ГИБДД, водитель красного транспортера не уступил дорогу автолюбителю на «Туареге». Внедорожник, в свою очередь, откинуло на серый транспортер. В Зуевском районе столкнулись ВАЗ-15 модели и Range Rover. После удара иномарку вынесло за пределы трассы, ее остановил куст. В Кирово-Чепецком районе водитель бетономешалки «Скания» хотел подъехать к месту выгрузки материала по пешеходной дорожке. Однако теплотрасса не выдержала веса машины, и она провалилась. Пострадавших в этой аварии нет. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.